πάντα απειλήνω το αλήθεια να ζητάτε το χωρίσιο μάτω φρεσάτε να πείσω τι να σαν θέλω. Kaliyuga means has to be together. That's the Maya, illusion and fashion. These three things keep coming once, so one day has to be disappeared. So that is called clips. Satyuga means that is a spirit of the god power. That time everyone has to be plain, everyone has to be true, nothing wrong, nothing lie. That's been Satyuga. I've never ever seen anything like it before in my life. Thank you.
История, рассказанная в палате для слабоумных. Я? Не, я не сумасшедший. Я здесь за ассистента. Просто не знаю, что делали бы без меня мисс Келси и мисс Джонс. В этой палате 25 слабоумных, самых тяжелых, какие только могут быть. Кто бы их всех кормил, если бы не я? Мне нравится кормить слабоумных. Они не доставляют никаких хлопот, да они и не могут. У всех у них что-нибудь не в порядке, с руками или ногами, и они не умеют говорить. Они очень плохи. А я могу ходить, разговаривать и делать все, что угодно. Со слабоумными надо обращаться очень осторожно, и не следует кормить их слишком быстро. А не то они подавятся. Мисс Джонс говорит, что я в этом большой знаток. Каждый раз, когда в приют приходит новая няня, я учу ее, как это делать. Вот уж смех-то бывает, когда новенькая начинает их кормить. Она кормит их так медленно и осторожно, что пока успевает запихнуть им в рот завтрак, подходит время ужина. Тогда я начинаю учить ее, ведь я большой знаток. Доктор Далримпл тоже подтверждает это. А уж ему ли не знать, слабоумный может есть вдвое быстрее, если умеют к нему подойти. Меня зовут Том, мне 28 лет. В нашем заведении меня все знают, ведь это специальное заведение. Оно находится в штате Калифорния, и им заправляют местные политиканы. Да-да, я знаю. Я живу тут очень давно, мне все доверяют. Мне то и дело дают какие-нибудь поручения. И я бегаю по всему дому, если, конечно, не заняться слабоумными. Я их очень люблю. Когда я с ними, то лишний раз убеждаюсь в том, какое счастье, что сам я не слабоумный. Мне нравится здесь, в нашем доме, а за его стенами не нравится. Я уже побывал там однажды и вернулся, и меня взяли обратно. Я люблю жить дома, а лучшего дома, чем этот, не сыщешь. И на слабоумного я не похож, ведь правда? Это же видно с первого взгляда. Я ассистент, а для тронутого это что-нибудь значит. Что такое тронутый? Да ведь это же ненормальный. Я думал, вы знаете, мы все здесь тронутые. Но я тронутый высшего разряда. Доктор Далримпл даже говорит, что я слишком умен для нашего заведения. Но я никому не рассказываю об этом. По-моему, у нас здесь совсем неплохо. И со мной никогда не бывает припадков, не то что с другими тронутыми. Видите, вон тот дом за деревьями. В нем живут припадочные высшего разряда. Они ужасные задавалы, потому что они не простые тронутые. Они называют свой дом клубом и уверяют, что они ничуть не хуже тех,
что живут на воле, разве что немного нездоров. Я не очень их люблю. Всегда насмехаются надо мной, если только не корчатся в припадке. Но мне плевать. Уж я-то не хлопнусь в припадок. И не буду биться головой об стенку. А иногда они вдруг начинают носиться, как сумасшедшие, по комнате, словно ищут где бы присесть. Но не садятся. Припадочные низшего разряда отвратительны. А припадочные высшего разряда вечно задирают нос. Я рад, что я не припадочный. Ничего в них нет особенного. Только и делают, что болтают. Мисс Келси утверждает, что я тоже много болтаю. Но я говорю разумные вещи. А ни один тронутый на это не способен. Доктор Далримпл говорит, что у меня дар красноречия. Да я и сам это знаю. Вы бы только послушали, как я разговариваю сам с собой или со слабоумными. Иногда мне приходит в голову, что неплохо бы стать политическим деятелем. Да только очень уж это хлопотное занятие. Все они большие говоруны, на том и держатся. Сумасшедших в нашем заведении нет. Все просто немного не в своем уме. Призабавные сценки иногда наблюдаешь. Вот послушайте. У нас здесь есть девицы. Человек 9-12. И все из высшего разряда. Им поручено накрывать столы к обеду. Иногда, управившись до времени, они усаживаются в кружок и принимаются болтать. А я тихонько подкрадусь к двери и слушаю. Вот потех. Помереть можно со смеху. Хотите знать, о чем они говорят? Сначала они долго-долго сидят и молчат. Потом одна произносит: «Слава Богу, что я в своем уме». А остальные одобрительно кивают головами и снова молчат. Через некоторое время другая девица говорит: «Слава Богу, что я в своем уме». Опять все кивают головами. Так они и повторяют по очереди одно и то же. Но не тронуты. Решайте сами. Я тоже тронутый, но, слава богу, не такой, как они. А иногда мне кажется, что я вовсе не тронутый. Я играю в оркестре и умею читать ноты. Считается, что все в оркестре тронутые, кроме дирижера. Он настоящий сумасшедший. Мы так думаем, но никогда не говорим об этом, разве только между собой. Ведь его работа тесно связана с политикой, а мы не хотим, чтобы он ее лишился. Я играю на барабане. Без меня в нашем заведении не обойтись. Это я уж точно знаю.
однажды я заболел. Просто диву даешься, как у них все пошло вверх тормашками, пока я лежал в лазарете. Я в любое время могу уйти отсюда, стоит мне только захотеть. Не так уж я слаб умом, как могут подумать, но я об этом помалкиваю. Мне и тут неплохо живется. Кроме того, без меня все здесь пойдет кувырком. Боюсь только, что когда-нибудь они поймут, что никакой я не слабоумный. И тогда меня выгонят отсюда в большой мир, и придется мне самому о себе заботиться. А я знаю, что такое большой мир. Не люблю я его. Мне хорошо здесь, и больше мне ничего не надо. Вы иногда видите на моем лице ухмылку. Я ничего не могу с этим поделать. Но иногда я ухмыляюсь нарочно. Однако я совсем не урод. Я часто смотрю на себя в зеркало. У меня большой смешной рот, и губы отвисают, и зубы гнилые. Слабоумного за версту узнаешь. Стоит только поглядеть на его рот и зубы. Но это еще не доказывает, что я слабоумный. Просто мне повезло, что я так на них похож. Чего я только не знаю. Вы бы поразились, если бы я выложил все, что знаю. Но если я что-нибудь не хочу понимать, или меня заставляют что-нибудь делать, а мне это не по душе, и я немедленно распускаю губы, ухмыляюсь и мычу. Я не раз видел, как мыча слабоумные низшего разряда. И мне ничего не стоит провести кого угодно. Я могу мычать на все лады. Мисс Келси на днях обозвала меня идиотом. Мне удалось обмануть ее, притворившись слабоумным, и она очень рассердилась. Однажды мисс Келси спросила меня, «Почему бы тебе не написать книгу о тронутых?» В ту минуту я советовал ей, как ходить за маленьким Альбертом. Маленький Альберт слабоумный, и я всегда понимаю, что он хочет, потому как у него подергивается левый глаз. Я ей объяснил это мисс Келси, а она вышла из себя. Сама-то она этого не знала. Но когда-нибудь я, может, и напишу эту книгу. Только писать ее хлопот не оберешься. Разговаривать куда как легче. Вам приходилось видеть микроцефала. Это ребенок с малюсенькой головкой, не больше кулака. Они, как правило, все слабоумные, но живут очень долго. Гидроцефалы не обязательно слабоумные. У них огромная голова, и они более толковые. Но они никогда не выживают. Всегда умирают. Смотришь на такого и думаешь, долго он не протянет. Иногда, когда на меня нападает лень или нянька начинает ворчать, я жалею, что я не слабоумный. Глядишь, не заставляли бы работать, да кормили бы с ложечки. Но, пожалуй, все же лучше остаться таким, как я есть, и болтать сколько душе угодно. А вчера доктор Далримпл сказал мне, «Том, — говорит, — что бы я без тебя делал?» А уж он-то знает, что говорит. Шутка сказать, вот уже 2 года на его руках 1000 тронутых. До него здесь был доктор Уоткам, их ведь сюда назначают. Это все политика. Сколько я их перевидал на своем веку. Я-то появился в приюте, когда их и в помине не было. Я в этом заведении уже 25 лет. Нет, не подумайте, что я жалуюсь. Лучшего заведения, пожалуй, не найти. Быть тронутым – плевое дело. А возьмите доктора Далримпла, вот уж кому нелегко приходится. Его положение целиком зависит от политических интриг. Можете не сомневаться, что мы разговариваем о политике. Мы про нее все знаем, и это плохо. Таким заведением, как наше, не должна управлять политика. Посмотрите на доктора Далримпла. Он здесь уже 2 года и многому научился, но в один прекрасный день, в результате каких-нибудь политических махинаций, его выгонят, и на его место пришлют нового доктора, который ничего не смыслит в нашем деле. А сколько нянек сменилось, пока я здесь? Некоторые из них совсем не дурны, но они приходят и уходят. Многие обзаводятся мужьями. Иногда я думаю, что и мне неплохо бы жениться. Как-то я заговорил об этом с доктором Откомом, но он сказал, что
К его сожалению, тронутым не разрешают жениться. Однажды я влюбился. Она была няней. Мне не хочется называть вам ее имя. У нее были голубые глаза, светлые волосы, нежный голос. И я ей нравился. Она сама сказала мне об этом. Она всегда уговаривала меня быть хорошим и послушным. И я слушался ее до того самого момента. Тогда я убежал. Понимаете, она бросила нас и вышла замуж. И не сказала мне об этом ни слова. Я считаю, женитьба не такая приятная штука, как кажется. Доктор Энглин и его жена часто дерутся. Сам видел. А однажды я слышал, как она обозвала его сумасшедшим. Но ведь никто не имеет права обзывать человека сумасшедшим, если он вовсе не сумасшедший. Вот уж доктор Энглин разбушевался. Но он недолго здесь продержался. Снова какие-то политические махинации. И его убрали. На его место пришел доктор Мандейл. У него не было жены. Я слышал, как он однажды разговаривал с инженером. Инженер с женой жили как кошка с собакой. Доктор Мандейл сказал инженеру: «Я счастлив, что не привязан к юбке. Юбка – это женская одежда». Я знаю, что он имел в виду, хоть я мало тронутый, но я помалкиваю. Когда держишь язык за зубами, слышишь массу интересного. Я много повидал в жизни. Как-то раз меня взяли к себе некие боппы, и я уехал к ним за 40 миль по железной дороге. У них была ферма. Доктор Энглин сказал им, что я сильный и смышленый, и я подтвердил это. Я хотел, чтобы меня взяли на воспитание. Питер Боб обещал, что мне будет в них хорошо, и юристы оформили все бумаги. Но очень скоро я понял, что ферма совсем не то место, какое мне нужно. Миссис Боб почему-то до смерти боялась меня и не разрешала спать в доме. Они приспособили для меня дровяной сарай и заставляли спать там. Я должен был вставать в 4 утра, к
кормить лошадей, доить коров и развозить молоко соседям. Считалось, что это так, пустое дело. А на поверку выходило, что я гнул спину с утра до вечера. Я колол дрова, чистил курятник, пропалывал огород, и чего только я не делал. Ни развлечений, ни свободного времени. Послушайте, что я вам скажу. По мне лучше кормить молочной кашей слабоумных, чем холодными утрами доить коров. Миссис Боб не хотела, чтобы я играл с ее детьми, боялась. Да я и сам боялся. Когда никто не видел, они корчили мне рожи и дразнили лунатиком. Все звали меня Том Лунатик, а соседские мальчишки бросали в меня камнями. Здесь, в нашем доме, такого никогда не бывает. Слабоумные куда лучше воспитаны. Миссис Боб щипала меня и таскала за волосы, когда ей казалось, что я отлыниваю от работы, а я в ответ глупо хихикал. Она не раз говорила, что когда-нибудь я ее в гроб вгоню. Однажды я забыл закрыть крышку колодца на выгоне. Туда свалился теленок и утонул. Питер Боб пообещал отколотить меня. И он сдержал свое обещание. Он взял вожжи и пошел на меня. Это было ужасно. Меня никогда не били. Чтобы у нас здесь кого-нибудь били, такого не случалось. Почему я и говорю, что это заведение самое подходящее для меня место? Я разбираюсь в законах и знаю, что он не имел никакого права меня бить. Это жестоко, а в бумагах опекунского совета сказано, что со мной нельзя обращаться жестоко. Но тогда я ему ничего не сказал. Я просто выждал, и уже из одного этого видно, тронутый я или нет. Я ждал долго и нарочно работал медленно, и все чаще глупо хихикал и мычал. Но он не отсылал меня домой, на что я так надеялся. Однажды это случилось в начале месяца. Миссис Браун дала мне $3 в уплату за молоко, которое она покупала у Питера Боппа. Это было утром, а вечером я привез ей молоко и должен был передать ей расписку от Питера Боппа в получении денег. Но я этого не сделал. Я отправился на железнодорожную станцию, купил билет, как всякий другой, и поехал обратно к себе домой. Вот какой я тронутый. Доктор Энглин к тому времени уже ушел из приюта, и вместо него назначили доктора Мандевилла. Я направился прямо к нему в кабинет. Он не знал меня. «Здравствуйте», — сказал он. «Сегодня неприемный день». «А я вовсе не на прием, — говорю. Меня зовут Том. Я здешний». Он присвистнул, не скрывая своего удивления. Я сообщил ему обо всем и показал следы от вожжей. А он рассердился и заявил, что займется этим делом. Видали бы вы, как обрадовались слабоумные моему возвращению. Я отправился прямо к ним в палату. Маленького Альберта кормила новая няня. «Постойте», — говорю я, — «так у вас ничего не получится. Разве вы не видите, как у него дергается левый глаз? Давайте покажу, как надо его кормить». Должно быть, она решила, что я новый доктор, и безропотно отдала мне ложку. Мне думается, что со дня моего отъезда маленький Альберт ни разу не ел с таким аппетитом. Со слабоумными не так уж трудно, если уметь к ним подойти. Однажды я слышал, как мисс Шонс сказала мисс Келси, что у меня прям-таки особый дар в общении с ней. Когда-нибудь я поговорю с доктором Далримплом и потребую у него справку, что я не тронутый. Тогда я попрошу его назначить меня настоящим ассистентом в палату слабоумных с окладом $40 и со столом. А потом женюсь на мисс Джонс, и мы заживем припеваючи. А если она мне откажет, я женюсь на мисс Келси или на какой-нибудь другой сестре. Многие из них хотят выйти замуж, и мне наплевать, если моя жена когда-нибудь вспылит и назовет меня сумасшедшим. Подумаешь? Когда привык иметь дело с ненормальными, то и с женой управиться совсем нетрудно. Я еще не рассказал вам, как однажды убежал отсюда. Я бы и не помышлял о побеге, если б Чарли и Джо не втравили меня в это дело.
оба они эпилептики. В тот день я зашел в кабинет к доктору Уилсону с каким-то поручением и уже возвращался обратно в палату, как вдруг заметил Чарли и Джо. Они спрятались за углом гимнастического зала и подавали мне какие-то знаки. Я подошел к ним. «Привет», — сказал Джо. «Как поживают твои слабоумные?» «Прекрасно», — ответил я. «Что нового у припадочных?» Они распсиховались, а я преспокойно отправился дальше. И вдруг слышу. «Том, мы решили бежать. Хочешь с нами?» «Зачем?» — спрашиваю. «Мы хотим добраться до вершины горы», — говорит Джо. «И найти золотую жилу», — добавляет Чарли. «И никакие мы не припадочные. Мы уже выздоровели». «Хорошо», — говорю. Мы прошмыгнули мимо гимнастического зала и выбрались во двор. Не прошли мы и 10 минут, как я остановился. «В чем дело?» — спрашивает Джо. «Подождите», — говорю я. «Мне надо вернуться». «Зачем?» — спрашивает Джо. «За маленьким Альбертом». Они разозлились и сказали, чтобы я не смел возвращаться. Но я и ухом не повел. Я знал, что они все равно будут меня ждать. Дело в том, что я живу здесь уже 25 лет и знаю все тропки в горах, как свои 5 пальцев. А Чарли и Джо не знают этих тропок. Вот почему я им и понадобился. Я вернулся за маленьким Альбертом. Он не мог ни ходить, ни говорить, и только мычал. Я взял его на руки и понес. Мы миновали самый дальний луг. Дальше него я никогда
не забирался. Вскоре лес и кустарник стали такие густые, что я потерял тропинку, и мы свернули на дорогу, по которой коров гоняют кручу на водопой, а потом перелезли через забор и очутились за пределами нашего приюта. Перейдя ручей, мы стали карабкаться на высокий холм. Склоны его поросли большими деревьями, так что не надо было продираться через кустарник. Но подъем был очень крутой. Ноги скользили по опавшим листьям, и мы с трудом продвигались вперед. Чем дальше, тем хуже. Дорога пошла по самому краю обрыва, и нам предстояло пройти футов 40 по страшной крутизне. Поскользнешься, полетишь вниз с высоты в 1000 футов, а может и в 100. Упасть не упадешь, только скатишься вниз. Я пошел первый, с Альбертом на руках. За мной следовал Джо, но Чарли дошел до середины и испугался. «Сейчас у меня начнется припадок», — заявил он и уселся на землю. «Ничего подобного», — сказал Джо. «Ты бы не стал тогда садиться. Ты всегда стоишь во время припадков». «Припадок припадку рознь», — сказал Чарли и захныкал. Он стал усиленно трястись и дергаться всем телом, но именно потому, что он теперь старался, ему не удалось выжать из себя даже самого слабенького припадка. Джо пришел в ярость и с бранью обрушился на Чарли, но это не помогло. Тогда я стал мягко и ласково уговаривать Чарли. Ненормальных можно взять только лаской. Стоит выйти из себя и пиши пропало. Ведь и со мной так случалось. Вот почему я чуть не вогнал в гроб миссис Боб. Она только и знала, что выходить из себя. День приближался к концу, и я понимал, что нам надо продолжать путь. Поэтому я сказал Джо: «Подержи Альберта и не бронись. Я пойду приведу его». И я пошел. Но от страха у Чарли так дрожали ноги и кружилась голова, что он мог передвигаться только на четвереньках, а я шел рядом и поддерживал его. Когда я переправил его таким образом на другую сторону и снова взял на руки Альберта, я услышал чей-то смех и посмотрел вниз. Я увидел мужчину и женщину верхом на лошадях. У мужчины к седлу было приторочено ружье, женщина громко смеялась. «Какого черта их сюда принесло?» — испуганно воскликнул Джо. «Уж не погонили за нами?» «Хватит ругаться», — сказал я. «Это хозяин ранчо. Он пишет книги». «Как поживаете, мистер Эндикот?» — крикнул я вниз. «Хелло», — ответил он. «Что вы здесь делаете?» «Мы убежали из приюта». «Желаю удачи», — сказал он. «Но постарайтесь вернуться засветло». «Но ведь мы заправду сбежали», — ответил я. Тут они оба рассмеялись. «Ну что ж, прекрасно. Все равно желаю удачи. Только смотрите, чтобы вас не съели пумы и медведи, когда стемнеет». И они со смехом ускакали прочь. «Напрасно он сказал про медведей и пум», — подумал я. Как только мы миновали опасное место, я тотчас разыскал тропинку, и мы пошли гораздо быстрее. Чарли раздумал устраивать припадок, он смеялся и безумолку болтал о золотой жиле. Труднее всего приходилось теперь с маленьким Альбертом, ведь он был чуть не с меня ростом. Я привык звать его маленьким, а он уже давным-давно вырос. Он был до того тяжелый, что я с трудом поспевал за Джо и Чарли. Я изнемогал от усталости и предложил нести его по очереди, но они отказались. Тогда я сказал, что брошу их, они заблудятся, и их съедят пумы и медведи. Чарли задрожал, словно собирался забиться в припадке, а Джо сказал: «Давай его мне». После этого мы несли маленького Альберта по очереди. Мы продолжали карабкаться на гору. Я не думаю, чтобы там была золотая жила, но мы все равно могли бы напасть на нее, если бы не сбились с пути, если бы не стемнело и если бы мы не выбились из сил, потому что тащили Альберта. Многие припадочные боятся темноты, и Джо заявил, что у него сию же минуту начнется припадок. Но припадок не начался. Никогда не встречал такого невезучего парня. Только он вздумает устроить припадок, и пиши пропало,
ничего не получится, а другим закатить припадок, расплюнуть. Мало-помалу стемнело, нам хотелось есть, а костра развести мы не могли. Дело в том, что тронутым не дают руки спичек, и нам ничего не оставалось, как дрожать от холода. Кто бы мог подумать, что мы захотим есть, ведь тронутые живут на всем готовом. Вот почему куда как лучше быть тронутым, чем самому зарабатывать себе на пропитание. Тишина. Вот что было самое страшное. Страшнее ночной тишины разве только ночные шорохи. Они были повсюду. Шорохи, снова тишина. Тишина и снова шорохи. Должно быть, то были кролики. Но они шуршали в кустах, словно дикие звери. Эдак, знаете, пш-пш, тум-бум, крэк-крэк. Сначала начался припадок у Чарли, на этот раз настоящий. Потом забился Джо. Я не против припадков, если только они случаются в приюте, когда кругом полным-полно народу. Но в лесу, когда темно, хоть глаз выколи, это совсем другое. Послушайтесь моего совета. Никогда не пускайтесь на поиски золотой жилы в компании эпилептиков, даже если они эпилептики высшего разряда. То была ужасная ночь. В короткие промежутки, когда Чарли и Джонни бились в припадке, они притворялись, будто он вот-вот начнется. Они дрожали от холода, а в темноте я принимал эту дрожь за новый приступ. У меня тоже зуб на зуб не попадал, и мне казалось, что я сам с минуты на минуту забьюсь в припадке. Маленький Альберт до того проголодался, что только жалобно мычал. Ни разу не видел я его в таком плохом состоянии. Левый глаз его дергался так сильно, что я опасался, как бы он вовсе не выскочил. В темноте я не мог этого разглядеть, но потому как Альберт ерзал и мычал, догадывался, что это так. Джо валялся под кустом и непрерывно ругался, а Чарли хныкал и просился обратно в приют. Мы все же не умерли в ту ночь. И как только забрежило утро, отправились примахонько домой. Маленький Альберт стал еще тяжелее. Видели бы вы, как разбушевался доктор Уилсон. Он сказал, что я самый скверный и непослушный парень в приюте. Да и Чарли с Джо, по его словам, недалеко от меня ушли. Но мисс Страйкер, тогдашняя няня в палате слабоумных, обняла меня и заплакала от радости, что я вернулся. Я подумал, что, может быть, женюсь на ней. Но не прошло и месяца, как она выскочила замуж за водопроводчика, который приехал из города устанавливать трубы в нашем новом лазарете. А маленький Альберт до того измучился, что у него целых два дня не дергался левый глаз. Когда я убегу в следующий раз, то отправлюсь прямиком на эту гору. Но чтобы взять с собой эпилептиков, ни за что. Они никогда не излечиваются. Если испугаются чего-нибудь или придут в возбуждение, то сразу закатывают припадок. Одного маленького Альберта говорил. Я не могу его бросить. А вообще говоря, я и не собираюсь отсюда бежать. Зачем мне золотая жила, если мне и здесь хорошо? И я слышал, что должна приехать новая няня. К тому же маленький Альберт уже перерос меня, и я не смогу перенести его через гору, а он все растет не по дням, а по часам. Просто удивительно. ¶¶